в день отдания праздника Богоявления блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Его блаженству сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Чернобыльский Павел, архиепископ Бучанский Пантелеймон и духовенство монастыря. Вместе со своим архипастырем молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший владыка объяснил прихожанам притчу Спасителя о десяти девах и рассказал, как обрести духовный елей добрых дел для достойной встречи Господа. Мы знаем о том, что тот елей, с которыми мы должны встретить Бога, это добрые дела. Господь говорит, так да просветится свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. То есть добрые дела являются светом даже перед людьми. Мы этими делами светим. Тем более мы этими делами должны встречать Господа, когда Господь придет творить праведный суд. Если мы можем помочь ближнему, поможем. Если же не можем ему помочь, то хотя бы посочувствуем ближнему, который находится в болезни, в горе, в беде. Хотя бы посочувствовать ему, помолиться за него – это уже будут капли елея, которые мы собираем для своих душ, добавил митрополит Ануфрий. Во время божественной литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве православной церкви. Также в этот день предстоятель Украинской православной церкви совершил иерейскую хиротонию. А в завершении богослужения перед иконой праздника был отслужен молебен с пением тропаря и кандака Богоявления, после чего блаженнейший митрополит Ануфрий поздравил всех с воскресным днем и днем памяти святой равноапостольной Нины и благословил молящихся.